Всем привет! Я в очередной раз случайно удалила обзор своей новой красотищи. Снимала, прибежала, еще такая погода была классная, было солнечно, так ярко. Я тут довольная наснимала. Сегодня, думаю, сейчас буду монтаж делать. Открываю, видео нету. У меня появилась вот такая нежнейшая девочка, которая прям как то цветение, которое я показывала в начале видео. Просто божественное. Ее нижние цветочки более розовые, а те, которые открываются, верхние домашние, практически белые петали у них, сепали немножко с розовинкой. Такая она вся весенняя девчонка в веснушках. Губа, смотрите, такие усищи у нее. Не знаю я название, это какая-то новая орхидея. Сейчас часто довольно вижу я этих бабочек. Вот мне ее привозили под заказ. Хотя они у нас встречаются тоже, но я встречала их сильно дороже. Вот такая очень красивая малышка. Она дома у меня уже сбросила вот два бутончика. В посылке приехала, все бутоны были на месте. Дома немножко стрессанула. Такой контраст очень красивый. У нее рыжая губа, такие полосатые усищи. Длинные, очень такие закрученные. Она нежно-нежно розовая. Очень красивый цвет. Цветы крупные, особенно нижние цветочки у нее крупные. Верхние уже чуть помельче открываются. И у меня в моем экземпляре вот еще есть боковая веточка. Тут пока бутоны. Но вижу все с горбинкой. Надеюсь, что все будут бабочками. У нее не маленький кустик. Сейчас покажу. Я взяла с одним цветоносом, с двумя было дороже растения. Взяла с одним. Надеюсь, что с другой стороны она тоже будет цвести бабочкой. Вот. Хорошие такие листочки. У нее не такие маленькие, как последнее растение, которое я покупала, потому что у беглипчиков прям крохотные листики, там меньше ладошки они. Вот. А это прям хорошие. Корней тоже много. И от шеи, видите, вот корни хорошие такие крупные есть. Поэтому... Ну, она так больше не стрессует. Вот у нее один бутончик здесь и один вот на основном цветоносе она сбросила. Сзади у нее, видите, какой красивый такой тоже, такой дымчатый какой-то налет на этом розовом. Такой он красивый. У нее не очень тонкие лепестки, то есть она не совсем такая, ну вот как даже беглип, который рядом стоит, то тут прям, ну, тряпочки, он такой тонюсенький. Здесь более плотный цветок, не тонюсенькие лепесточки, но такие красивые, очень-очень нежные. Вот у нее вот здесь в посылке отпал один лепесток, но он был в коробке, он тоже там со щипом. Вот. Красавица, конечно. Мне вот всегда хотелось какую-то белую бабочку в такой очень-очень мелкий краб. Вот осла вроде такая, насколько я помню. И вот недавно мне встречалась очень красивая мультифлора такого тоже плана в мелкий крабушек. Очень красивая. Нежнейшая красота. Очень мне нравится. Она у меня уже, наверное, недели 2,5 точно. Продолжает по чуть-чуть распускаться. Запаха я у нее не словила пока. Ну, у нас и пасмурно пока, и непонятно. Может, она и пахнет. Позже будет известно. Давненько я вам не показывала красавиц, которые мне встречались. Буквально на прошлой неделе я, наверное, вот эти все фотографии сохранила. Очень много было тоже редкостей таких красивых, необычных, и пилориков, и бабочек. Вот, спешу поделиться и с вами этой красотой. Может, кто-то из них пополнит папку с вашими хотелками красоты моря. Я
пока ребенок там мультики смотрит, я поливаю в дальней комнате орхидеи, по крайней мере, пытаюсь полить пару штук. И хотела показать, какой красивый кот не в дневном освещении, а вот именно просто, когда светит люстра, то есть никакого яркого света. Вот он передается максимально так, как он на самом деле выглядит. Вот эти пятна его темно-бордовые. Он очень красивый, он такой бархатный, он такой вообще весь прям хищник. Обожаю эту орхидею. В пилорике он, конечно, божественный. Вот на этой неделе бабочка попадалась в продаже кота. Ну, чересчур дорогая она. Буду ждать свою Соньку, детку маленькую. Котик, конечно, это что-то с чем-то. Очень-очень красивая орхидея. Переливается такой он прям. У кого нет кота, срочно заводите, срочно. Он долго цветун, во-первых, он долго держит цветы свои, и потом он в конце размываются вот эти пятна, и он их сбрасывает, эти цветочки. А так они все время выглядят красиво, он не выгорает. Он такой плотный и есть, и слышала, что он вроде ароматит. Но у меня не ароматит, но тут да. Красавец. Красавец, любимая моя орхидея. Говорила, что котика своего я покупала с отеками такими прям серьезными, но они остановились, ничего дальше не идет, как я и говорила. Вот он в хорошем тургоре, с той стороны тоже там такие пятнышки были, отеки, ничего никуда не идет. Думала, может так срезать по диагонали, а то я не люблю портить, но, конечно, внешний вид, и, не знаю, может листик направлю, чтобы он закрыл вот эти пятна. Дождусь, когда вырастут листочки сверху и просто прикроют. Посмотрим. Не люблю я, конечно, все-таки в орхидее прекрасно все, и листья тоже, и такие пятна немножко расстраивают. Ну ничего, это ценная для меня орхидея, поэтому, наверное, ничего не буду делать с листами. Не хочется их обрезать. Смотрите, какая красивая тонка, без дневного света. Темная, насыщенная, винный такой цвет, роскошный просто, богатый, форма такая, эти лаковые переливы. Очень она красивая, конечно, без света, ей прям нужно где-то стоять на полке, мне кажется. Она очень классная, она на подоконнике смотрится проще, а здесь она, и то сейчас она чуть светлее, чем на самом деле. Мне кажется, она еще такая, еще богаче, еще глубже цвет у нее, какой-то гранатовый такой. Очень классная, такая маленькая тоненькая губка у нее. Жду еще одного ее вот бутончика, так она уже распустила этот цветоносик почти. Красавица. И посмотрите, какой красивый нарядный морковный пирог. Тоже в вечернем освещении. Красивая орхидея, она стала светлее на несколько тонов точно. Но ее это не портит. Она все равно осталась очень красивая. Яркая губка, всполохи эти, но цвет, конечно, стал так прилично нежнее у нее. Вот, видите, это последний открытый цветочек, он ярче. Я вам давно не показывала этот свой подоконник почему-то. Как-то все время то на том подоконнике, то новинки, то детки. У меня здесь в углу бабочка-легата дорастила новый бутон. Посмотрите, какой он яркий и красивый. Сейчас, конечно, когда больше солнышко, бутоны, цветы более яркую заливку имеют. Она красивее, наряднее. Все равно, конечно, не такой яркий, как мой пилорик. Не знаю, наверное, они отличаются все же между собой. У меня пилорик, он более персиковый, а бабочка такая дымчатая. Это более розовинка у нее, меньше персика, бежевая она даже. Вот дорастила один бутончик, дальше не планирует. Такая красота. Так, тут мой любимейший пилорик альбуфейра, крупный, красивый. Вот эти два цветка он дорастил, открыл, пока дальше не планирует. Очень он красивый, конечно, такой, цветы крупнющие. Так, здесь у меня моя красавица, черная королева, шикарнейший беглипчик, кожистый такой весь, красавец. Доращивает тут веточку. Пока у меня не очень получается, ну как, может это у меня и получается, может это он капризный.
мне все время кажется, что я или недополиваю, или не понимаю, почему. Вот он сбрасывает все-таки, он бутончики сбрасывает. Ну, имею в виду по мере открытия, то есть они некоторые недолго цветут. Вот эти вот уже давно он открыл, и вот они вот в таком виде. Она очень, конечно, красивая, она как бы вроде бархатная, но вот эти самые ее выпуклые места, они как будто, вот видите, глянцем, да, кожаные, переливаются, они почти черные. Губа более бархатная, у нее такая рваная. Переход красивый у нее тут от темного к белому, такой размывающийся. Ну, красивая она, конечно. Сейчас частенько вижу, подобные продаются, но то мельче цветок, то еще что-то. Вот у меня, мне кажется, мой прям уникальный какой-то медливчик. Очень люблю его. Очень он красивый, темный. Ну, я думаю, что вот эти бутоны будет открывать, опять сбросит она предыдущие, не держит так все. Ну, посмотрим. Я ее планирую этим летом пересадить. Может, посажу. Ну, не любят сильно влагоемкие посадки темные орхидеи. На фитиль я ее сажать не буду. Просто, может быть, там чипсов добавлю или что-нибудь такое, чтобы ей было повлажнее. Она у меня не пересажена, просто стоит вот стеклянный горшок. Видите, вот кашпо. У меня там на дне керамзит, и просто горшок стоит сверху. Летом я оставляю прям в этом керамзите водичку. И корни не намокают, но ей там влаги как бы больше. Вот. И зимой просто она как бы в классическом стандартном горшке своем просто стоит в кашпо. Вот. Я потому что все орхидеи ставлю в кашпо, чтобы водичка снизу не вытекала на подоконник, так удобнее мне ухаживать. Такая красавица. Здесь мой беглип Мария Мар. Там вначале еще буквы какие-то JC, по-моему, Мария Мар называется. Он распустил все бутоны. Немножко они у него такие верхние бутончики с зеленцой. Против света показываю вам. Ну, вот такие красивые у него бутончики, цветочки, вернее, на втором цветоносе. Более молочные, более белые. Он красавец. Радует меня то, что когда вазончик просох у меня дома, я увидела, что там приличное количество корней. Дай бог, оно так и останется. Сверху корни есть. Мне кажется, я его поливала всего лишь пару раз. Там такой влагоемкий грунт достаточно. И она долго не просыхает. Очень красивая она. Фактурные такие цветы у нее классные. Мне там все хорошо. И если он их никуда не денет при адаптации, то я надеюсь, со второй попытки этот сорт останется со мной. Очень красивая девочка. Прям невозможная. Здесь стоит моя красавица Розетта. Цветочки уже так прилично посветлели, но они очень красивые. У них такой оттенок становится какой-то непередаваемый, прям, знаете, такой дымчатый, я не знаю, на что похоже, как в тумане, что ли. Здесь у меня зацвела моя красота Клеопатра. Очень насыщенные у нее красивые цветы. Прям, конечно, домашнее цветение. Это очень красиво. Хотя там я когда покупала, у девочки тоже было домашнее цветение, но все равно распущенные дома. Гроздочкой такой. Ой, так красиво. Это все обязательно сниму шортс, покажу ее. Это действительно поистине королева. Королева Клеопатра. Любимейшая бабочка. Я очень счастлива, что она залетела в мою коллекцию. Невероятной какой-то красоты цветы. У нее такой салатовый подтон. Губа яркая такая, как губы накрашены у нее. Красота, конечно. Шикарное растение. Цветочки у Клеопатры крупные, домашние. Она дала 5 бутонов. Осталось распустить один бутончик ей. Она, конечно, красавица.
Я когда только начинала увлекаться орхидеями, помню, у меня было две мечты: Клеопатра и Дикий кот. И вот я нашла их в одном магазине и купила. Наверное, это был 17-й год, по-моему. Очень-очень я любила. Кот у меня до сих пор живет, а Клеопатру я допересаживалась, и она у меня погибла, к сожалению. Но вообще сорт очень-очень стойкий. Она у меня долго жила, терпела все мои пересадки, закрытые системы, огромные колбы. Все, что я ей не предлагала, все она терпела долго. Но, к сожалению, она пропала. Вот, я очень хотела найти опять Клеопатру, но уже увлеклась бабочками, и вот мне недавно повезло. И она залетела в мой сачок. Очень люблю эту орхидею, она мне очень-очень нравится. Здесь у меня в лучах солнышко моя красавица Альбуфейра. Дорастила еще один бутон, огромнейший, открывает его уже. Не очень-очень крупные цветы в этом году. Крупные, очень красивые. Она такая вся блестящая, у нее форма такая классная. У меня пескара не цветет в этом году, к сожалению. Что-то она у меня постоянно, у нее какое-то пятно на шее появляется. Я пытаюсь его почистить. Потом она начинает растить корни, листья. Потом опять повторяется. Уже тут два раза такая штука. Не знаю, чего это она так придумала. Вот. Поэтому меня в этом году радует только Альбуфейра. И Спанч-Боб заморозил тоже цветонос. Там такая желтая пятнистая у меня только одна. Вот. Хотела повернуть я Альбуфейру сюда лицом, но такие листья лопатые, некуда его всунуть, они торчат с подоконника. Ну, надо будет развернуть. Хочется любоваться цветами спереди, а не в затылок видеть. Вот такая красота. Здесь у меня соседствуют теперь вот такие две нежные красавицы. Это мой новый биглипчик, который я показывала Воле, который называется. Вот поставила я его сюда. Очень он красивый, такие персиковые, нежные у него оттенки. Какая красивая у него губа с рыжинкой такой. Эта дырка на цветочке, бутон в посылке был поврежденный. И вот с такой дырочкой открылся. Очень она красивая, нежная. Кто любит такие орхидейки нежные, обратите внимание, сейчас они стали чуть-чуть дешевле, их начали завозить больше. То было днем с огнем не найти. Вот сейчас они доступны. Цвет очень красивый, такой золотой. Класс, очень красиво. В этом ребенок на заднем плане песенки поет, лезу зубы. Настроение ужасное у него. Уже дней 5. Так, пиратик мой красавец. Повернула сюда лицом его. Так, что-то у меня тут. А, это бутончик. Думаю, что за бутон появился. Это бутончик от биглипа тут запрятался. Пиратик красавец. Очень красивый он. Такие переливы у него, он такой тигровый, очень классный. Буду сильно затягивать видео. Тут в компанию к таким бежевым красавицам вот сняла сверху, покажу моего бриончика, бабулеточку. Он у меня дорастил бутоны на двух цветоносах, распустил их. Ой, они такие прям чудные. Просто какой-то невероятной красоты. На этом цветоносике у меня два бутона. Распустилась. Очень классные они. Он у меня в макраме наверху висит. Я тут поняла, что у меня сверху солнечные лучи до орхидеи не достают. Не должно быть никаких ожогов. И у меня там теперь висят орхидеи. Вот, я подумываю еще пару крючков прикрутить. Вот такой вот красавец он. Такие яркие бутоны он дорастил. Тут вверх тормашками, ну ничего. Вот еще будет открывать один бутончик. Классный он, конечно, если будет вот гроздочкой цвести. Вообще он такой весь кучерявый, ажурный. Мне очень нравятся такие переходы у него. Растит цветонос моя соневская бабочка, бриончик. Посмотрю, как она выглядит. Почему-то мне кажется, что я буду оставлять одного в коллекции. Бабочку, наверное, буду продавать. Но посмотрим, как она выглядит. Уж очень я люблю бабулетку этого сорта. Она шикарная. Я ее точно не буду никуда девать. Вот. Бабочку, наверное, буду продавать. Но посмотрим. Посмотрим. Может, она мне тоже понравится. И я передумаю. Вот такую красоту. Необычные такие цветы. Красивые. Нравится мне эта кружево беленькая.
краешку. Такие вот у меня новости. Всем мира, добра, всего самого хорошего и скоро увидимся.